Всем привет, с вами Цер. Нахожусь в торговом центре фестиваля в Паттайе. Хотел снять ролик про мобильного оператора. В итоге со звуком получилось все плохо. И я пошел перекусить в кафе. И выбрал для себя интересное корейское кафе десертов. Первый раз его увидел, здесь решил попробовать. Очень интересные десерты и очень холодные. Лично я выбрал для себя вот этот десерт. Сверху шарик мороженого. Какие-то непонятные кубики, непонятно с чего, я так и не понял на вкус. Ну, черники там, конечно, не столько много, как на этой картинке. И внизу в самом хлопья кукурузные сладкие. А под мороженым гора непонятно чего. Какая-то стружка, то ли молочная. В общем, непонятно. Такое ощущение, что взяли кусок замороженного молока и превратили его в мелкую-мелкую стружку. В общем, десерт довольно вкусный, очень холодный. Лучше взять к нему горячий кофе, потом запить, чтобы хоть немного согреться. Вот такие разные десерты в нем предлагаются. Вот, сейчас сниму для вас меню. Так выглядит утринка, касса. Такие столики. Такой вот красочный плакат посередине витрины. Всем спасибо за просмотр. Удачи!